Добрый день, уважаемые зрители. Это очередное видео на моем канале из разряда «Сделай своими руками, сделай сам». Вот давненько я уже видел, на YouTube гуляет видео о кастете, сделанном из текстолита, от группы пацанов, которые называют Brew Not Bones. Есть у них свой канал, Даня Крастер, там у них чувак прикольный, харизматичный. В общем, у них видел я это видео, еще куча у них интересных поделок. Ну и за неимением какого-либо другого занятия и при наличии свободного времени решил сам заняться этим делом. В общем, вот мой образец, как он готов на данный момент. Тут еще на один вечер работы, я так думаю. В общем, что я уже успел сделать, это сделал под свою лапу эскиз на бумаге, который потом был вырезан, наклеен при помощи обычного клея, полимерного клея, на эту поверхность. То есть он содрался потом довольно-таки просто, но при этом надежно сидел. Посверлил отверстие при помощи перьевых сверл под первые три пальца сверлом на 20, под мизинец на 18. Потом вырезал ударную часть. Осталось сделать упор в руку, максимально подогнать под руку. И в общем, такой вот получается кастет. Толщина материала 12 миллиметров, довольно таки мощный. Это именно текстолит, поскольку у меня есть образец, это стеклолит называют, или стеклотекстолит, не знаю, желтого цвета. Здесь явно видно, что это стекловолокно. Когда его режешь, пыль такая более резкая, она в нос забивается, в рот, не очень приятно. Здесь с этим материалом немного попроще. Текстолит, текстиль режется по сравнению с той желтой фигней в два раза сложнее. Пилил я его электролобзиком, ну а вот эти вот все вырезы я делал вручную куском полотна ножовочного по металлу. Ну, в общем, это довольно-таки занимает много времени. В общем, вот такой вот кастет получается. Буду его сейчас доделывать. Дальше в конце видео покажу, как он будет уже выглядеть окончательно. И может, немножко порассуждаю о том, правы ли наши законы или нет, стоит ли такую вещь делать у себя дома, носить с собой. Ну что, сейчас доделаю, вернусь к съемке.